Выбросил мусор мимо контейнера – плати штраф. Инспекторы Госавтотехнадзора напоминают об административной ответственности за незаконный выброс отходов. Чтобы найти нарушителей, сотрудники ведомства провели операцию «Засада». Результаты рейда в нашем сюжете. Чтобы не привлекать внимание, сотрудники Госавтотехнадзора сидят в машине, наблюдают за территорией вокруг площадки для сбора мусора на Панковском проезде. Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Небрежно выбросив строительные отходы рядом с контейнером, мужчина попал в поле зрения инспекторов. Выкинул не в положенном месте, оказывается, мусор. Вот. Ну, я думал, что он там нормально. Оказывается, нет. Первый раз вот так получилось просто как-то. Шел, машинально кинул, нечаянно. Но незнание закона от ответственности не освобождает. За выброс мусора в неположенном месте придется расплатиться штрафом. Его размер будет зависеть от дальнейшего поведения нарушителя. Штрафные санкции на физических лиц предусматриваются от 1000 до 5000. Сегодня был составлен в отношении этого лица протокол административного правонарушения. На завтра он вызван в территориальный отдел, где будет рассматриваться административное дело и будут приниматься решения о том, какие санкции будут назначены в отношении его. Подобные засады сотрудники ведомства устраивают не реже одного раза в месяц. С начала этого года инспекторы Госавтотехнадзора выявили 7 подобных нарушителей. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.